Я думаю, что достаточно успешно. Каждый год проходит мероприятие. Каждый год не только мы имеем возможность общаться с теми клиентами, которые постоянно работают с нами и приходят на выставку, чтобы поделиться какими-то новостями, проблемами или достижениями, но и каждый год мы обнаруживаем у себя на стенде серьезное количество новых клиентов и тех, кто потенциально может стать таковыми. Вот как раз на следующий вопрос, вы как вы оцениваете качество посетителей? Ну, очень достойное качество вот таких посетителей. Еще раз, нас радует то, что все те, кто работает с нами постоянно на этом рынке, каждый раз в течение одного или двух дней присутствуют на этой выставке, работают, общаются с поставщиками и так далее, с нами в том числе. И каждый год мы еще раз обнаруживаем у себя на стенде новых людей, новые лица, перспективные партнеры и, соответственно, вот такой контингент потребителей или клиентов, который нам интересен в перспективе будущего сотрудничества. Москва, регионы, это, может быть, какие-то зарубежные партнеры? Это именно Москва, Санкт-Петербург, как две столицы нашей страны и отдельные крупные рынки России. Это и регионы. Чем хороша выставка, регионы знают о ней, приезжают и делятся с нами планами и какими-то достижениями и проблемами в том числе, о которых нам важно знать не менее, чем о их достижениях. Как оцениваете перспективы вообще рынка ближайшие? Я думаю, что достаточно позитивно. Стагнация присутствовала, как известно, в кризисные годы, 2009 год, какая-то часть 2010 года. Всем очевидно, что позитивный прогресс или перелом произошел в конце 2010-го, в 2011 году. Рынок продолжил свой рост. И мы, безусловно, смотрим в будущее с оптимизмом. Рынок будет расти. Рынок будет расти, возможно, не теми темпами, которыми подобный рынок растет в Японии или Соединенных Штатах, но то, что рынок продолжается уже примерно рост рынка продолжается примерно полтора года и будет продолжаться, мы надеемся, в этом и в последующих годах даже более высокими темпами. И это будет продолжаться, по моим оценкам, в течение ближайших 5, может быть, 10 лет.